Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о породе короткошерстных служебных собак, выведенных в Германии. Интеллект, выносливость и отличные сторожевые качества – все это присуще доберману, собаке, которая покоряет не только своим темпераментом, но и внешностью. Порода была названа в честь немецкого сборщика налогов Фридриха Луиса добермана. Именно он в 19 веке решился на выведение собаки, которая смогла бы стать ему хорошим охранником во время сбора налогов у населения. После этого в течение еще двух столетий порода не раз претерпевала селекционные изменения. В результате последних доберман стал легко обучаемой собакой, преданной хозяину и готовой в любую минуту защитить его, но при этом не агрессивной к окружающим в случае отсутствия опасности. Сегодня чаще всего можно встретить доберманов с темпераментами холерика и сангвиника. Характер у нас такой больше к холерикам относится, очень любит поиграть, побеситься, я бы сказала. Ну, любит людей, вот, то есть долго концентрируется, правда, на хозяйке, если надо работать прям. Вот, с детьми, ну, мы не пробовали, честно говоря, как она уживается, но вроде нормально. Доберман имеет крепкое и элегантное тело. Рост в холке у представителей породы в большинстве случаев составляет от 63 до 72 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 32 до 45 килограммов. Признанных стандартом породы окрасов у доберманов два – черный и коричневый. Уход за доберманом несложен, эти собаки не сильно линяют, и расчесывать их достаточно один раз в неделю. Всем желающим завести себе добермана стоит помнить о том, что эта собака нуждается в ранней дрессировке. Если представителя породы не воспитывать с детства, во взрослом возрасте он может стать злым и неуправляемым. Доберманы очень хорошо дрессируются. В большинстве случаев обучение командам доставляет удовольствие как хозяину, так и самой собаке. Доберманы – подвижные животные. Для поддержания хорошего самочувствия им необходимы ежедневные активные прогулки. Вот, ну и касаемо ухода, там не особо много проблем как бы с этим, то есть шерсть короткая и все. Надо постоянно заниматься, тут первые два года это на самом деле очень сложно, потому что они только вот подходят, ну, дозревают умом, вот, а гулять, ну да, там побегать, попрыгать, поиграться, ну, очень хочет. Средняя продолжительность жизни доберманов составляет от 10 до 13 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!